В субботний день 26 сентября в Заинском районе откроется сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Местом проведения ярмарок станет территория агропромышленного парка. Для местных жителей это возможность приобрести мясную и молочную продукцию, крупы, хлеб и многое другое из первых рук у фермеров и частных предпринимателей. Горожане уже ждут с нетерпением. Наши фермеры, частные предприниматели тоже готовятся. Что касается места проведения, в связи с проведением реконструкции площади перед Дворцом культуры и энергетик было принято решение сельскохозяйственные ярмарки начинать на территории агропромышленного парка. Сельские поселения, как и в прошлые года, будут принимать участие в этих ярмарках. Ярмарки будут проводиться каждую неделю. Работники культуры готовят хорошую концертную программу. Первая ярмарка, она приурочена к Международному дню пожилых людей. Будут также у нас работать и волонтеры. Они будут помогать нашим пенсионерам, нашим ветеранам. Всех горожан приглашаем на сельскохозяйственные ярмарки. Самое главное – это доступные цены и самое главное – это качественная продукция. Продукцию, выращенную и изготовленную в Заинском районе, горожане смогут приобрести каждую субботу, начиная с 7 часов утра. Помимо фермеров и сельчан, свои товары будут продавать садоводы-любители. Развлекательную программу готовят творческие коллективы города. Айгуль Яруллина, Денис Ипатов, новости Татарстана.